Так, друзья, у меня отбивнушечку уже сынок попробовал, понравилось. Теперь я, моя очередь, возьму самую маленькую. Вот такая она аппетитненькая. Это у меня квашеная капустка. Она кисленькая, я ее с сахаром посыпала и ялтинский лук добавила. Это будет на гарнир. Картошечка наша жарится на гарнир. Значит, вот так вот я ее разрезала. Легко режется. Готовое мяско, очень мягенькое. Его еще можно отпарить, у кого там как с зубками. Мне нравится больше вот с такой корочкой, более-менее такая сухая, хрустящая корочка. Очень вкусно. Вот такое мяско постненькое. Это карбонат. Получается нежное, мягенькое. Можно даже вот не отпаривать его. Вкусно. Лучок жареный я тоже люблю. Всем приятного аппетита. Готовьте, это очень вкусно. И пока-пока, до новых встреч.